Что же, привет, народ, и у нас тут Лондон в ужасе, вернее, лондонцы в ужасе, сам-то Лондон нет. Из-за Джека-прыгуна. Это же не то же самое, что Джек-потрошитель. И снова наводит страх на жителей Лондона, оставите его. Я когда только его увидел, подумал, блин, 100% Джек-потрошитель, но нет, это Джек-прыгун. Это другое, альтернативное существо, видимо, которое нас готовит к Джеку-потрошителю. Слава богу, вы здесь. В это сложно поверить, но Джек-прыгун вернулся. Надо что-то делать, пока не случилось страшное. Я думал, мы уже с этим разобрались. Тут не все так просто, как казалось. Ты, следи за мной. Так, постой, давайте возьмем сундук. Я уверен, что старина Диккенс не будет особо возражать. Ну, надеюсь, он там ничего важного не говорил, пока я отлучался. Не, в принципе, красиво, знаете, вот я бы сказал, вечерний графон довольно-таки. Эй, ты! Ну-ка прекрати! Сейчас, серьезно, просто средь бела дня, ребята, просто маньяк средь бела дня бросает какие-то дымовухи. Я призрак! Чудовище, ночной кошмар! Но при этом я за тобой могу. Проклятие Лондона! Что, у тебя голос, как будто ты Джоник Македонский. Проклятие Ютьюба. Не касаться земли, черт, ну ладно. Бывает, бывает такой коснуться я земли. Я демон, исполняющий волю дьявола на земле. Бейте. Давно я брожу по улицам Лондона. Мы как бы так и так уже упали, поэтому. Никому не скрыться от моих когтей. Оружие смертных мне не помеха. Что-то серьезно, его не ранит оружие. Я призрак. Чудовище, ночной кошмар. Я вот сюда, может, по земле его обойти? Или трюк не сработает? Нет? Я его убил! Черт! Я же тебя убил, Джек! Ты должен сейчас валяться и как окоченевший труп. Серьезно, что за магия? Демон, исполняющий волю дьявола на земле. Прыгнем наперед. Но я брожу по улицам Лондона. Конец погони будет? Я призрак, чудовище, ночной кошмар. Эй-эй-эй! Блин, нифига, он быстро, он бегает быстрее, чем дети-беспризорники. Мне кажется, он меня куда-то даже ведет. Наши, кстати, напарники идут за ним. Чудовище, ночной кошмар! Мы во всему Лондону будем с тобой бегать, Джек, или же есть конец? Я просто не знаю, то ли я что-то не так делаю, то ли так задумано.
Просто мне интересно, так реально задумано, что я за ним должен буду бесконечно долго бегать, или же это моя вина, так сказать, что я... Я демон, исполняющий волю дьявола на земле. Я проклятие Лондона! Оружие смертных мне не помеха! Серьезно, я ему накачан опиумом. Наверняка какой-нибудь чувачок, который просто опиумом накачался. Мне не больно! Что? Как? Куда? Джека Прыгуна не убить! Что-то Джек Прыгун, я не знаю, то ли Бэтмен, то ли Джек Прыгун, не поймешь их всех, они все похожи. Благодаря вам репутация клуба привидений взлетела до небес. Мы стали островком здравого смысла в бескрайнем океане суеверий. Но одного настоящего духа мы все же встретили. А вы уверены? То-то и оно. Можно предположить, что духи, которых мы видим, всего лишь наши страхи, которые обретают плоть. Жаль, всегда хотел увидеть призрака. Или гоблина. Предлагаю тост за клуб и близнецов, что помогли ему, мисс Иви и мистера Джейкоба. За вас! Не касается, блин, земли касался. Ну ладно, нам дали награду, это хорошо. Я дам пятерочку. Надо вообще было четверочку, ну ладно. Поезд Джека Прыгуна. Офигеть, у нас теперь поезд Джека Прыгуна имеется. Посмотрим, тут есть еще задание. Задание нашего любимого Диккенса. В Ламбите вообще очень чисто, ребят, в плане заданий. Ну, там одно есть. Что-то пока новых заданий Диккенса не видно. Что же, ребята? Продолжим мы тогда в следующей серии. Спасибо за просмотр. Можете ставить лайк, подписываться на канал. До следующей серии. Пока, ребята.